25 апреля завершится онлайн-голосование за участниц всероссийского конкурса «Краса Росгвардии». Ненецкий округ на нем представляет лейтенант полиции Софья Стукова. Краса Росгвардии Заполярья уже набрала почти 30 тысяч голосов. Софья с детства мечтала стать врачом или защитницей Отечества. В войсках Национальной гвардии она смогла совместить эти две профессии в одну. Основными задачами медицинской службы являются сохранение и укрепление здоровья сотрудников и военнослужащих, пропаганда здорового образа жизни, своевременное выявление заболеваний и диспансерно-динамическое наблюдение личного состава. Я ответственно подхожу к выполнению служебных обязанностей, потому что мы стоим на страже здоровья тех, кто ежедневно выполняет служебно-боевые задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. В управлении Росгвардии по Ненецкому округу Софья Стукова открыла для себя необычное увлечение – футбол. Теперь без ее участия не проходит практически ни один товарищеский матч. Красавица в погонах увлекается баскетболом, волейболом, музыкой и чтением художественной и научной литературы. Чтобы проголосовать за Софью, достаточно перейти в соответствующий раздел официального интернет-сайта Росгвардии по адресу rosgvard.ru.